Сегодня на мероприятии Microsoft были представлены новые беспроводные наушники, которые должны стать конкурентом Apple AirPods. Они держат зарядку до 24 часов и будут работать не только с устройствами линейки Surface, но и любыми другими. Самое интересное в Surface AirBuds – дизайн и поддержка управления с помощью жестов. У каждого наушника плоская внешняя поверхность для управления жестами. Вы можете перематывать песни, регулировать громкость и даже управлять приложениями Microsoft Office. Помимо этого, наушники могут переводить и многое другое. Цена $249 США. Новинка будет представлена позже в этом году. В России вы сможете купить Surface AirBuds в нашем магазине. Ссылка под этим видео.